Привет, ребята! А вы любите собирать конструктор? Тогда давайте соберем машинки из нескольких частей. Первая машина, которую мы соберем, называется микроавтобус. Берем сначала 4 колеса, затем ставим корпус, потом крышу. Следующим поставим лобовое стекло и окошки, а еще нужны фары. И остались зеркала. Молодцы, ребята! Мы собрали микроавтобус. Скажите, какого он цвета? Правильно, желтого. Второй мы будем собирать пожарную машину. А вы знаете, сколько у нее колес? Правильно, 4. Берем колеса, ставим кабину, затем нужен кузов. А где же крыша? Вот она. Теперь поставим лобовое стекло и окошки. Еще машине, наверное, нужны фары. Ребята, как вы думаете, мы уже собрали пожарную машину? Нет, в пожарной машине обязательно должны быть мигалки. Давайте их поставим на кабину. А еще в такой машине должна быть лестница. Положим ее на крышу. Молодцы, ребята! Мы с вами собрали вторую машину. Кто помнит, как она называется? Правильно, пожарная машина. А какого она цвета? Конечно, красного. Такая машина нужна для того, чтобы тушить пожар. Третья машина, которую мы соберем, называется полицейская машина. Сколько у нее колес? Да, 4 колеса. Берем колеса, потом корпус, затем поставим капот и, конечно же, крышу. Как вы думаете, в машине должны быть окошки? Да, поставим сначала лобовое окно, затем боковые окошки. А сейчас давайте поставим фары. И еще нужны зеркала. Чего у нас не хватает? Конечно, не хватает мигалок и антенны. Давайте их поставим на крышу. Ребята, а кто был внимательным и запомнил, как называется эта машина? Молодцы! Это полицейская машина. Кто скажет, какого она цвета? Правильно, синего. Такая машина нужна для того, чтобы ловить преступников. Давайте с вами соберем последнюю машину. Она называется скорая помощь. Как вы думаете, с чего мы начнем? Да, сначала мы берем колеса. Сколько их у нас? 4. Что будет следующим? Правильно, корпус. Что же дальше? Конечно, крыша. Затем ставим лобовое стекло. Окошки. Чего еще не хватает? Еще нужны фары. И, конечно, зеркала. Ну и, наверное, все? Нет, мы забыли про мигалки. Вот теперь мы полностью собрали машину. Как называется эта машина? Умнички! Называется она «Скорая помощь». Какого она цвета? Конечно, белого. Эта машина нужна, чтобы лечить людей. Ребята, мы с вами собрали все машины.
Смотрите другие интересные видео на нашем канале. До скорых встреч!